Погода бомбическая. 6 марта. Половина 8 вечера. У нас начались ночные полеты. Были дневные, теперь же ночные полеты начались. Вон Паша наверху. Кайфует. Юху! В космосе. Просто в космосе. Вот такая погода. Замечательная. Которая началась вчера вечером где-то в 11. Была всю ночь, весь день. И еще сегодня всю ночь будет такая погода. Чистый запад. Летай, не хочу. Летай, улетайся просто. Сегодня все полетали. И Вова, и Паша, и Серега, наш Бадьянский. Вон. Паша летает. Все сегодня попали на вечерние полеты, и на ночные. Полный кайф. Держит очень хорошо. Над домами высоко вышел Паша здесь. Я снимал его видео, тоже вышел очень легко. Красиво и замечательно. Все видно, невзирая на то, что вечер, потому что луна вот такая. Плюс вся набережная освещена. Плюс освещено море полностью. То есть пляж тоже видно, где сесть. Поэтому можно спокойно летать, делать вечерние, ночные полеты. Пашку надо палками сбивать. Садись давай! Кайфуй. Высоко, хорошо, классно.